Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся в советскую Киргизию. Эта республика расположена на северо-востоке Советской Средней Азии. Киргизия – это край величественных гор и широких долин. Киргизия – это край синих озер. Здесь, на высоте 1609 метров над уровнем моря, находится одно из самых больших и самых глубоких высокогорных озер мира – озеро Иссык-Куль. На его берегу похоронен выдающийся путешественник Николай Пржевальский. Он посвятил свою жизнь исследованию Центральной Азии. Киргизия – это древнейший очаг культуры. Свидетельство тому – многочисленные памятники прошлого. Богатство Киргизии, ее реки. Третье место после РСФСР и Таджикистана занимает Киргизия по запасам гидроэнергоресурсов. Сегодня Киргизия в год вырабатывает в 25 раз больше электроэнергии, чем вся дореволюционная Россия. Токтагульская ГЭС. Один из гигантов, построенных на реке Нарын. Земля Киргизии богата полезными ископаемыми, особенно цветными металлами. Киргизская сурьма на международной выставке в Брюсселе признана лучшей, эталоном качества. Советская Киргизия – это край многоотраслевой промышленности. Эти сельскохозяйственные машины, например, выпускаются только в Киргизии. Они работают на полях братских республик и во многих странах мира. Животноводство – основная отрасль сельского хозяйства Киргизии. С давних времен занимаются киргизы овцеводством. Развито в Киргизии и коневодство. Ведь в горах без лошади не обойтись. В национальных киргизских праздниках всегда участвуют всадники. Национальная игра «Догони девушку». Не так легко даже опытному наезднику догнать девушку на киргизском скакуне. А ведь надо не только догнать, но и поцеловать ее. Киргизская борьба «Куреш». Борцы тоже на лошадях. И тут важна не только сила, но и мастерство владения конем. Сохраняются в республике и многовековые традиции охоты с беркутами.
За последние десятилетия в Киргизии высокого развития достигли наука, культура, искусство. Мировое признание получили киргизская литература и кинематография. Об этом нам расскажет киноактер Жорабек Аралбаев. Добро пожаловать на землю Манаса. Вы спросите, кто такой Манас? Это любимый герой киргизского национального эпоса. Манас – это имя дорого каждому киргизу. Памятник Манасу установлен в центре города Фрунзе, столицы республики. Веками складывался эпос о жизни древних киргизов, о быте, нравах, обычаях кочевников, о предводителе киргизов богатыре Манасе. От дедов к отцам, от отцов к сыновьям передавалось устное поэтическое сказание о жизни предков. Из поколения в поколение передают сказания о Манасе сказители эпоса Манасчи. Эпос Манас – жемчужина мировой поэзии. Ее называют киргизской Илиадой. Впервые эпос был полностью записан только в советское время, в 1930 году. Фрагменты его переведены на многие языки народов мира. Республиканское издательство только на киргизском языке издало более 20 тысяч книг общим тиражом более 130 миллионов экземпляров. Сейчас советская Киргизия – одна из самых читающих республик страны. А ведь первый киргизский букварь вышел только после революции, в 1924 году. В 1954 году была образована Академия наук Киргизии. Длинный путь от создания алфавита до образования Академии республика прошла всего за 30 лет. Сегодня высшее образование – доступно каждому киргизу. Только в университете занимается свыше 2000 студентов. Государственная библиотека Киргизской ССР имени Ленина открыта для всех – ученых, студентов, рабочих. В распоряжении читателей – издания на многих языках мира. Но не все и не всегда в нашей республике имеют возможность прийти в библиотеку за нужной книгой. Например, чабаны. Много месяцев они и их семьи проводят на пастбищах и в горах. И тогда книга сама приходит к своим читателям. Чабанов обслуживает библиотеки на колесах, библиобусы. Жилище чабанов – юрта. Как и много веков назад, она незаменима в их трудном быту. Приезду гостей в горах всегда рады. Вас обязательно угостят кумысом. Это традиционный напиток из кобыльего молока. Как и в столичной библиотеке, здесь, в горах, читатели могут получить любую книгу, которую закажут. Выбор очень широк.
При этом учитывается не только разнообразие интересов, но и возраст читателей. Как тебя зовут? Меня зовут Алтынбек. Какую книгу ты хочешь взять? Я хочу взять «Белый пароход». А ты знаешь, кто ее написал? Да, знаю. Чингис Айтматов. Тебе нравятся его книги? Да. Я уже читал Джамилю. А есть у вас «Белый пароход»? Есть. Пожалуйста. Имя киргизского писателя Чингиза Айтматова известно далеко за пределами Киргизии. Его произведения переведены на 83 языка народов мира. Они вышли общим тиражом более 15 миллионов экземпляров. Мировую известность принесла Айтматову повесть «Джамиля». Французский писатель Луи Арагон сказал о ней так: «Для меня это самая прекрасная повесть о любви». Чингиз Айтматов часто встречается с читателями. И на каждой встрече идет разговор не только о литературном творчестве, но и о культуре языка. Я думаю, что это вечный вопрос. Вопрос языка, в целом языковой культуры. Вот. И для общества, ну а для пищи людей особенно. Дело в том, что язык – это подвижная река. У нее имеются свои берега, свои стремнины, свои крутизны, свои перепады. И это касается всех языков. Один из самых решающих факторов – это освоение русского языка. Русский язык, мне часто приходится на эту тему говорить, для нас является языком-мостом, соединяющим вот эти берега, о которых я здесь упоминал. Вот, он необходим для того, чтобы возвышать, пополнять и приобщать другие языки в какую-то общую мировую, так сказать, культуру языковую. Многие произведения Чингиза Айтматова были экранизированы. «Первый учитель», «Прощай, Гюльсары», «Джамиля», «Белый пароход». Эти экранизации – важный этап становления национальной киргизской кинематографии. Эти награды получены на международных кинофестивалях за фильмы, снятые по произведениям Чингиза Айтматова. И сейчас киргизские кинематографисты продолжают сотрудничать с писателем. Мы на съемочной площадке студии «Киргизфильм». Готовится к съемкам эпизод очередного фильма. Режиссер Таламуш Акеев расскажет о фильме, который он снимает. Фильм совместный. Киргизфильм, таджикфильм, сириафильм. Здесь, на берегу Иссык-Куля, мы снимаем как раз киргизскую часть фильма. Фильм о зодчем, о художнике. Фильм не конкретная биография, хотя называется «Любовь художника Мани». Фильм притча. И в этом его особенность. Своеобразие, сложность, если хотите. В нашем фильме есть фраза, которая является ключевой для нашего фильма. «Все в этом мире истлеет, прибудет мудрость вечна». Так и мы хотим в своем фильме прославлять гений, мудрость, талант человека. И в этом фильме вы еще раз встретитесь с Киргизией, страной заоблачных гор. Познакомились с Киргизией, узнали о культурной жизни республики, встретились с интересными людьми, увидели много замечательных мест. Мне, например, очень понравился памятник Манасу,
Хотелось бы узнать, кто его автор. Автор памятника Манасу Тургунбай Садыков. Известный киргизский скульптор, лауреат Ленинской премии. Кто автор памятника Манасу? Тургунбай Садыков, известный киргизский скульптор. Спасибо. Голубой жемчужиной Азии называют озеро Иссык-Куль. Используется ли оно для отдыха? Да, конечно. На побережье озера создана курортная зона протяженностью 400 километров. Здесь есть дома отдыха, санатории, туристические базы. Отдыхающих привлекают чистый горный воздух и целебные минеральные источники. Используется ли озеро Иссык-Куль для отдыха? Да, конечно. Здесь есть дома отдыха, санатории, туристические базы. Спасибо. Мне доводилось слышать, что весной в горах много цветов. Это верно? Да, весной высокогорные луга покрываются великолепным ковром цветущих маков. Они здесь очень хороши. Весной в горах много цветов? Да, весной высокогорные луга покрываются ковром цветущих маков. Наш урок окончен. До новых встреч!